Кто там возмущается? Вы не должны возмущаться, у вас оплачено уже все. Если бы не было оплачено, тогда возмущайся сколько хочешь. Оплачено все, хочешь не хочешь, ешь. Знаете этот анекдот с мылом? Когда очередь очень длинная, и Чукча стал и думал, это там продают еду, колбасу какую-то в советское время. Ему дали 1-килограммовый кусок мыла. Он встал с этим мылом, ест его и запивает водичкой. Женщина подходит и говорит, да что с вами, им же стирают. Он говорит, нет, это на последние деньги купленная еда. Хочешь, не хочешь, купил, есть надо. Все. Чукча приходит и говорит, хочу, чтобы моего сына назвали Минем. Говорит, кем? Минем. Так это ж китайское имя, да. Он говорит, ну почему? Ты же Чукча, у тебя должен быть сын тоже с чукотским именем каким-нибудь. Он говорит, нет, я вчера в газете прочитал, что каждый третий рождающийся на земле китаец. Поэтому надо китайское имя, а то люди будут смеяться. Понятно? Печально, да? Так, мужчина ехал на бензовозе и застрял в снегах. И такой сидит и очень сильно переживает, как выбраться не знает. И едет Чукча и говорит, спорим, мужик, 3 слова скажу и выйдешь. Он говорит, ну нет, ну спорим, серьезно, сейчас 3 слова, 2 слова тебе скажу и выйдешь. Он говорит, ну давай, говори свои 2 слова, тебе, мужик, трактора надо.